Для одних спорт – это профессия, для других – семейное хобби, для третьих – целый мир. Все, кто так или иначе связывает свою жизнь с физической культурой и здоровым образом жизни, пришли на праздник, который состоялся в минувшую субботу в комплексе «Велес». Здесь и те, у кого за плечами немало достижений, и те, кто грезит о большом спорте. Свое мастерство родителям, друзьям и неравнодушным зрителям показали воспитанники секций по акробатике, боксу и художественной гимнастике. Руководители признаются, времени на подготовку номеров было мало, летние каникулы в разгаре. Но это не помешало сделать выступления яркими и запоминающимися. Мы к нему готовились, тщательно готовились, каждый день тренировки были, проходили, репетировали, старались, чтобы не подвели, выступили хорошо. Вот. Ну, вся жизнь это для нас. Спорт наш, наш вид спорта и вообще физкультура. Хоть секция молодая, но мы начали уже потихоньку выезжать на соревнования. То есть мы выезжали в Челябинск, в Ялуторовск. Ну и дальше планируем, конечно. Главная награда – это наши дети. Они очень талантливые. И несмотря на то, что они занимаются всего два, а некоторые еще и меньше, они достигают очень высоких уже результатов. Секции работают в ФОКе «Велес» около 4 лет, но за плечами уже участие в соревнованиях и многообещающие достижения. А главное, что и тренеры, и начинающие спортсмены верят – самые яркие победы еще впереди. Для этого есть все задатки – талантливые ребята, комфортные условия для тренировок, все необходимое оборудование. Работать над будущими рекордами ФОКе «Велес» нравится и тем, и другим. Какой большой спортивный праздник без спортивных семей курганцев? На площадке в день физкультурника за крутые призы сразились 10 дружных и любящих команд, состоящих из мамы, папы и озорного ребенка. Вместе занимаемся, вместе тренируемся, вместе бегаем. Мы занимаемся лыжами зимой, летом легкой атлетикой. Играем в футбол, волейбол. Семьи выяснили, кто из них активнее, спортивнее, подвижнее и сплоченнее. Главный приз – популярное современное средство передвижения – гироскутер. Трем призерам – спортивные сумки, полные полезного инвентаря от мясокомбината «Велес». Остальным – приятные подарки. А главное – море позитива. День, 12 августа, будет золотыми буквами вписан в историю физкультурного оздоровительного комплекса «Велес». А все потому, что именно в этот день были внесены первые результаты в книгу рекордов «Велеса». Спортклуб «Велес» проводит не просто ежегодно соревнования всевозможные, наверное, можно сказать, ежемесячно. И эти рекорды у нас фиксируются, но они просто у нас лежат где-то. И чтобы их как-то объединить, мы решили создать книгу рекордов «Велеса», где будут фиксироваться рекорды взрослых, детей. Все соревнования, которые будут проходить в нашем спортклубе, будут отображаться в этой книге. Дисциплины в этом году мы проводим отжимания, планка, прыжки со скакалкой, бег на дистанцию 60 метров и подтягивание на турнике. Свой вклад в создание истории могли внести не только спортсмены, но и каждый гость праздника. Стоило всего лишь ждать любой предложенный норматив лучше других. И какой же папа не желает, чтобы результат его очаровательной дочки попал в книгу рекордов? Праздник очень хороший, веселый, людей очень много, и он очень нужный и полезный, потому что здоровый образ жизни, он много несет в себе. То есть это и здоровье нации, и дружба, и соперничество здоровое. Мы занимаемся здесь художественной гимнастикой. Со спортом она у нас уже давно дружит, уже 5 лет мы занимаемся серьезно художественной гимнастикой, поэтому, конечно же, не могли пропустить такое событие и пришли поучаствовать, проверить себя, да? Праздник прошел масштабно, ярко и необычно позитивно. Собственно, мероприятия от мясокомбината «Велес» всегда такими и бывают. Если вы пропустили, не расстраивайтесь. Приходите на центральную площадь Кургана в день города. «Велес» уже подготовил зажигательную вечернюю программу. Увидимся!